Мел безымянный. Такой интересный кусок попался. Пыльный. Намочила чуть-чуть. Вот сухой он все-таки вкуснее, чем мокрый. Мокрый он пресный становится. Сухой мел. Без крупинок. Бывают кусочки, когда мелкая крупинка тут же тает в кашицу. Когда он реально просох, ну, то есть долго-долго лежал, именно сох, у него структура такая очень интересная становится. Он прям обволакивает весь рот, и хочется всегда запить. Вкус чисто меловой. В зависимости от того, где лежал, приобретает очень легко вкус того, с чем рядом лежал. Поэтому с безымянным в этом плане аккуратнее. А вот, что еще? Все, вкус детства. Видите, до сих пор обволакивает. Достаешь. Очень приятная структура. Пишите, что кушаете вы.